В данный момент спорные вопросы были. Но в данный момент вопросы, которые спорные, рассматриваются в суде. После решения суда управлением строительства города Алматы будут приняты необходимые меры, чтобы завершить объект до конца года, до конца 2013 года. Вся сумма была выделена. Какая сумма на эти 5 домов? На эти 5 домов 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Полностью вы выплатили, да, подряд на работу? Нет, не полностью. Согласно договору, должны были ввести в эксплуатацию и произвести акт госкомиссии, акт приемочной комиссии. После этого будет выплачиваться остаток суммы согласно договору. Работы ведутся, продолжаются силами 200 человек. Вы сами сейчас видите. Значит, сейчас мы занимаемся фасадами. 4-й павильона, 3 дома уже фасадные работы закончены, кроме первых этажей. В данное время также ведутся работы по цокольным этажам. То есть мы сейчас занимаемся в основном сейчас наружными отделочными работами. Также продолжаем работы по монтажу паркинга. Сейчас работаем на собственные средства. То есть все-таки управления нет? Ну, есть те виды работ, которые мы должны за счет собственных средств завершить. Есть мероприятия по устранению плесени. То есть, если эти мероприятия не помогут, мы демонтируем этот гипсокартон. И все, да, конечно. То есть, перед принятием дома в любом случае будет рабочая комиссия, государственная комиссия. Они будут смотреть, выезжать будет городская санитарная станция. То есть, так просто дома, естественно, не будут сдаваться. Объект не был заморожен, средства работы велись малыми силами. То есть монтаж оборудования, в том числе и лифтового, эти работы велись. То есть я не могу сказать, что они работы были полностью остановлены.